Добрый день, сегодня у нас на обзоре диски Zimmermann из Германии. Покупал я их в магазине dsvauto.ua, так как там самая низкая цена, привезли мне их из Польши, так как в Украине не закончились. Вот упаковочка из-под них. Сейчас я сфокусируюсь. Там поставьте на паузу, почитайте, кому интересно. Коробка была проклеена по всему периметру. Диски все покрыты вот такой вот как бы штукой, и внутри в том числе такой как серый, ну как алюминий или что такое, алюминиевая краска. Если ногтем пошкрябать, то оно как бы остается след. Также вот на диске здесь в одном месте есть такая прорезь. Толщина диска 26 мм. Внутри вот от этих как бы краев внутренних прорези 19,4 мм. То есть я так подозреваю, что это минимальный износ, допустимый для этого диска. То есть дальше он уже лопнет или что-то с ним произойдет. А вообще по заводу их нужно использовать на автомобиле Mitsubishi или других автомобилях. Минимум, вот здесь написано, 24,4 мм. Кстати, Made in Germany. То есть Zimmermann. Буква Z в кружочке. То есть 24,4 мм, это, грубо говоря, по 8 мм с каждой стороны его можно счесывать. Но здесь не 8, здесь намного больше. То есть здесь где-то ориентировочно будет. Сейчас я померю. Так, положу камеру временно. Где-то получается по 3 мм. Вот этот бортик. То есть 6 мм суммарно. Ну, 26 минус 6, то есть тут получается 20 миллиметров толщина вот это остается. Ну, я мерил штангель-циркулем, сейчас еще раз перемерю. Там 19,4 вот здесь внутри расстояние между этими бортиками внутренние. Ну, короче, вот так вот такой обзорчик получился. Вес, кстати, этих дисков 7 килограмм 260 грамм. Свои старые Ferrado я когда сниму, я тоже взвешу, напишу, какая их будет толщина. Я на них проехал, по-моему, 80 или 90 тысяч, но они мне уже изношены больше рекомендуемой толщины, там меньше чем 24,4. Напишу вам толщину и их вес. То есть они, в принципе, сейчас пока без никаких признаков повреждения, то есть тормозят, но при торможении, скажем, когда автомобиль едет с горки, появляется какой-то такой специфический звук. Меня это как бы настораживает, и я их хочу поменять, чтобы, скажем так, не было никаких опасных ситуаций. А так, в принципе, если ездить, тормозить без всяких экстренных торможений, то вроде как тормозят. Нормально, ничего никаких не чувствуется, побочных эффектов, скажем так. Ну, возможно, вот этот звук появляется из-за того, что там уже на них образовалась глубокая кромка, и колодка трется об кромку, и такой звук. А может быть, из-за того, что они уже слишком тонкие. В общем, сниму диски, посмотрю, и напишу их толщину и вес для сравнения. Все, всем хорошего дня. Также еще через какое-то время напишу отзыв про эти диски, когда на них поезжу на машине. Так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе, как ведут себя эти диски.